Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет пособие «Зайцев» – 240 картинок для обучения чтению, письму, рисованию. Это пособие предназначено для обучения чтению по складам. В комплекте 240 больших и маленьких карточек с силуэтами животных и их названиями. Склады в этих словах выделяются разным цветом. Тот, что под ударением, всегда черный. На больших карточках слово написано как с лицевой, так и с обратной стороны, разного размера и даже разным шрифтом. В наборе также есть два листа с алфавитом. Гласные обозначены голубым, согласные синим, а твердый и мягкий знак – зеленым цветом. Рядом с алфавитом – пропись. С карточками существует множество игр. Дети группируют их по количеству складов, соотносят большие и маленькие карточки и знакомятся с прочими сложностями грамматики. В помощь родителям и воспитателям методические рекомендации.